За первые 5 месяцев года Австрия приняла 20 тысяч заявок на убежище. Это на 183% больше, чем за такой же период прошлого года. На востоке страны, неподалеку от места, где в брошенном грузовике на днях были обнаружены тела мигрантов, находится лагерь для таких иностранцев. Это в основном выходцы из Ирака, Афганистана, Сирии и Северной Африки. Многие ищут спасения не только от конфликтов, но и от бедности. Мне было трудновато, но я рад, что наконец-то добрался до Европы, сказал этот парень, не нашедший работы в Гане. Я около месяца провел в лодке, в море. В Багдаде сейчас неспокойно, говорит другая обитательница лагеря. Каждый день в жилых кварталах какие-то нападения. Детей похищают по пути в школу и на игровых площадках. В этом лагере 2300 коек, но в нем ночуют на 2000 беженцев больше. Многие спят в палатках на земле. Через благотворительную организацию «Каритас» распределяются подержанные товары. Простые австрийцы приносят все это нам, а мы раздаем каждый день нуждающимся, говорит ее сотрудник. По данным МВД, Австрия оформляет больше заявок на убежище по отношению к населению, чем любая другая страна ЕС, наш корреспондент передает. Эти люди пережили пекло вначале в родных странах, потом во время путешествий. Теперь они приятно удивлены гостеприимством местных жителей, которые приносят одежду, еду и игрушки. Наталья Ричардсон-Викулина, Евроньюз, Драйскирхен.